Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом! 2014 год был для нашего училища очень счастливым годом. Мы поставили новый спектакль «Доктор Айболит». Мы сделали очень много интересных работ, концертных номеров и дали концертов очень много в нашем городе. Самое главное, что дети наши самые лучшие, они здоровы, и мы рассчитываем, что в следующем 2015 году у нас будут новые спектакли и новые работы, конкурсы, фестивали. Мы желаем вам, чтобы в новом году у вас было здоровье, чтобы не болели ваши родители, чтобы в ваших домах царила любовь, уют, достаток, чтобы счастливы были ваши дети, чтобы здоровенькими росли ваши внуки. С Новым годом! С Новым годом!